носиком закопался такой же мне в волосы. Вот есть у тебя свойства, и тебе и кошки, и собаки как-то вот... Они мне нравятся, да. Они мне все нравятся, забирай у нас взаимно. Всех. Если бы могла. У нас в гостях волонтер Кристина Шестакова. Здравствуйте. Доброе утро. Ну а это кто? Это Ворон. Я, во-первых, хочу сказать большое спасибо вашей замечательной компании за то, что вы единственная в нашем городе миллионники, ведете такую замечательную деятельность, пропагандируете благие дела волонтеров и несете в массы проблему действительно о бездомных животных. Потому что наша Барбариска, которая была неделю назад, она буквально за сутки обрела своих потенциальных хозяев, которые вот сейчас ждут, когда исполнится месяц, чтобы уже забрать ее к себе в новый дом. Причем сразу три было претендента. Да. Я интересовалась судьбой Барбариски. Вы сами выбирали, да, наверное? Да, да, у нас был жесткий кастинг, потому что мы очень сильно волнуемся, вот за нее особенно волнуемся, новорожденный щенок. Потому что хочется хорошую семью всегда. Знаете, я вот вчера после одного поста в Инстаграме от моей знакомой, да, зарубился с ее подписчицей. Значит, там она с собакой. Говорит, вот меня отговаривают завести собаку, даже собачники. А ей пишут, типа, ну как же можно отговаривать, если с собакой жизнь это вообще сплошное счастье. Я захожу, значит, к ней, там у нее лабрадор, с которым она везде ездит, а у той, под которой мы, по фотографии, под которой мы зарубались, корги. Я говорю, так а почему тогда не взять собаку из приюта и отдавать вот огромные деньги за щенков дорогих? Вот есть у вас, Кристина, какие-то доводы в мою пользу? Потому что лучше взять вот щенка, который вот просто ждет бесплатного и вот так скулит. У Барона есть доводы. Сейчас у меня определенно такое стойкое, сложное мнение, что нужно помогать в первую очередь вот таким вот малышам. Барон обиделся на нас. Да, потому что действительно, я говорю, ситуация в городе очень плачевная. Это большая проблема. Он сам рассказывает. Посмотрите, действительно, вот, к примеру, вот эти вот щенки найдены все в том же строящемся районе, в котором и Барбариска. Хорошо. Там дела стерилизации, и в принципе у нас в городе дела стерилизации протекают очень медленно и плохо. Вот, стройка большая, то есть стаи мигрируют, вынуждены спасаться, щенков бросают. Для меня это даже вот мне морально, душевно легче, зная, что я спасла целую жизнь, душу, да. Я не говорю, что не нужно брать породистых животных, ну просто я считаю, что на таких тоже обязательно нужно обращать внимание. Вот, расскажите немножко нам про Барона. Он Барон, так трогательно скулит. Нам чуть больше месяца, значит, 5 штук было, троих пристроили, сейчас остался Барон, и у него еще есть братик. Мы уже не стали его будить в 5 утра, потому что дети маленькие, у Барона сегодня были спа-процедуры, намыли, накупали с шампунем, нафенили. Вот. Хочется его укрывать, он такой молодец. Братик также выглядит, только посветлее окрасом. Так они очень похожи. Эти грустные глаза, я считаю, заслуживают оказаться в новом теплом доме. Какой обязательно по характеру? Обязательно новом, двухэтажном. Да. В любящем самое главное. Да. Какой по характеру? Практика. Психика хорошая. То есть, ну, сейчас он гундосит, потому что... Ну, ему страшно еще у нас, непривычно. Ну, и то, я считаю, хорошо себя вот ведет. Вот таким будет скоро. Да, ушки, возможно, будут стоячими, да. Вот, хороший характер, добрый, веселый, позитивный. Говорю, психика устойчива, в машине хорошо ездит, спит спокойно. То есть, ну, даже сейчас вот он в студии, тут столько камер, света, он ведет себя, я считаю, хорошо. Очень хорошо. Ты молодец, ты стараешься, он да? Он очень старается. Ты ребеночек, господи, не могу, в эти глаза грустные. Ты туда заглядывал? Да. Там сразу слезиться начинают у меня глаза. Да? Ищет Бароша дом. Если нас сейчас смотрят будущие мама и папа, мне так хочется говорить, Бароша, знаете, ему нужна забота. Я уже тебя так по-свойски, ты уже Бароша, а не просто Барон. Это Барон, знакомьтесь и забирайте его, пожалуйста, к телефон себе домой. Телефон для связи сейчас у вас на экране. 8-923-288-82-13. Это Кристин ваш? Да. Все, говорите, Кристина, отдайте мне Барон. Да. Звоните. Вот уже прямо сейчас Кристина сегодня не будет спать, Барон тем более. Да, если сейчас кто-то позвонит, прямо сейчас отвезу. Акция. Брат Барона в подарок еще вам будет. Сделайте доброе дело, и всем будет хорошо. Чего-нибудь.